Злободневные высказывания, обоснованные ответы. Известный патриот Евгений Пригожин приехал в Ульяновск. Встречу провели в учебном центре «Динамо-профи». Пригожин настроен на победу. Действовать надо сообща и грамотно распоряжаясь ресурсами. Мы 100% должны победить. И мы 100% в итоге победим. Продукция местных индустриалов актуальна как никогда. Буханки и бобики производства Ульяновского автозавода полюбились военачальнику. И продукцию «Авиастара» он оценил высоко. Вазиками пользуемся. Вазики отличные. И если раньше мы, когда работали в Африке и в других странах, понятно, что капризничали, то сейчас попроверяли. Понятно, что сейчас с импортозамещением есть детали, которые вылетают. Мы регулярно на завод отписываемся, с ними на связи. Дальше у вас Ил-76, да, ну это вообще просто уникальная вещь. Но это уникальный мировой продукт. Поэтому если Ульяновск будет производить там не несколько Ил-76 в год, а десятками и сотнями, я думаю, что весь мир забудет про санкции и будет у нас их скупать. На встрече присутствовали и двое ульяновцев. Они участники спецоперации в составе добровольческого соединения. За боевые заслуги Пригожин наградил их медалями. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. УПРАВДА ТВ.